Губернатор Игорь Рудения провел заседание антитеррористической комиссии в Тверской области. Главным вопросом стали дополнительные меры по противодействию террористической угрозе на территории региона в условиях проведения специальной военной операции. Участники заседания обсудили организацию работы исполнительных органов власти Тверской области по этому направлению, обеспечение регулярных проверок подведомственных объектов на предмет антитеррористической защищенности, подготовку персонала к действиям в критических ситуациях. Губернатор подчеркнул, одновременно с этими мероприятиями требуется реализовать комплекс мер по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде. В эту работу должны быть включены все образовательные учреждения Верхней Волжи. Важно также задействовать возможности общественных объединений. В первую очередь, общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий, в послании Федеральному собранию отметил, что коллективный Запад никогда не оставлял попыток дестабилизировать обстановку в нашей стране с помощью международного терроризма. И сегодня, когда наша страна ведет борьбу с восставшим, воспрявшим нацизмом, который взял, к сожалению, на вооружение методы террора, необходимо принять исчерпывающие меры для обеспечения комплексной безопасности территории